Александр Михаил, Чеченская Республика. Третье место также занял Асланиев Надирали, Республика Дагестан. Второе место в этой сходе крови занял Жалбек Хусейн Ахмед, Чеченская Республика. И победителем в этой сходе крови стал Сарбашов Валик, Кабардино-Балкарская Республика. Награждение в этой сходе крови проводит главный судья Северо-Кавказского федерального округа, судья международной и всероссийской категории Харьков Инал. Также награждение победителей и призеров этих сходных борьб проводит официальный представитель Федерации спортивной борьбы России на Северо-Кавказском федеральном округе Дудулаев Асланбек. Я советую вам порваться в третье место. Какие?